Торжественная церемония, посвященная открытию поля стадиона «Урал-Асбест», объявляется открытой. Реконструкция стадиона велась с 2014 года. Естественное покрытие поля заменили на искусственное. Обновили беговые дорожки, ограждения, а также сделали систему отведения талых и дождевых вод. Все это обошлось в 40 миллионов рублей, которые выделили из областного и местного бюджетов. Как само поле, как ядро, она готова для принятия игр. Ну и, естественно, будет параллельно происходить сертификация, чтобы проводить областные игры. Буквально завтра мы встречаемся с управлением «Уралспортсертификата». Первый футбольный матч на обновленном поле пройдет уже в субботу. Тренер местной команды говорит, что за время реконструкции футболисты играли только на выездных матчах. Более 70 игр вне дома. Наше поле, я вот сейчас посмотрел, ребята вчера первую тренировку провели. Впечатления очень хорошие, но время покажет, мы не знаем, как оно дальше будет у нас. А на данный момент поле очень хорошее. Неожиданным подарком для ребят станет приезд команды «Урал». Дата игры пока не определена. Заместитель председателя Федерации футбола Свердловской области Игорь Бахтин пожелал спортсменам новых побед на своем поле. Ваше новое поле позволит вам быть причастными к великой игре, к игре номер один к футболу. Теперь остается привести в порядок трибуны и само здание стадиона, ведь их реконструкция не коснулась. И тогда можно приглашать в гости бразильцев, считает глава «Асбеста». Карина Кирогасьян, Екатерина Кузнецова, Интера ТВ.